Вы учились в школе 42 еще в Украине. Я нашла тебя вообще через Инстаграм. Больше всего сразу бросается в глаза то, что ты проедаешь здесь квартиру. Самое интересное – это система наших проектов. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProGlog и в школу 42. Мы находимся в Кремниевой долине, и я хочу сегодня вас познакомить с Юлей. Юля, привет! Привет, Вика! Привет, друзья! Добро пожаловать! Да, Юля, у тебя, ты недавно достаточно приехала в Америку, но до этого у тебя целая жизнь была. Ты решила очень кардинально поменять свою профессию. Расскажи, пожалуйста, о своем бэкграунде. Да, все верно. Мы переехали в Америку полгода назад вместе с мужем. До этого мы 4 года в Украине занимались бизнесом. У нас была своя продакшн-студия, мы снимали кино, рекламу. У нас были клиенты зарубежные, которые приезжали в Украину снимать кино. В общем, мы были в такой, в творческой среде. В 2017 году у нас бизнес, как бы, был такой достаточно кризисный год для бизнеса, и мы начали смотреть в сторону IT-сферы. Узнали о школе 42, начали подавать документы в эту школу и потом узнали о том, что выиграли грин-карту. Пазлы сошлись, скажем так, и мы решили переехать в Штаты и полностью кардинально сменить профессию. Казалось бы, здесь рядом Лос-Анджелес и вся киноиндустрия. Пробуйте себя здесь. Почему вот такая кардинальная? Почему именно IT? Что тебя привлекает в этой индустрии? Ну, во-первых, как я уже сказала, мы 4 года работали в этой сфере, мы строили бизнес. Изначально, когда мы начинали снимать кино, мы как бы не планировали делать из этого бизнес. У нас просто появился клиент, мы начали с ним работать, потом появились другие клиенты и так далее. Мы поняли, что это может быть достаточно интересный бизнес. Мы планировали как-то масштабировать этот бизнес и потихоньку выходить из него. Но в какой-то момент мы поняли, что это не тот бизнес, из которого ты можешь выйти. Он очень сильно завязан на людях и очень сильно завязан на продюсере, который стоит, который организовывает полностью весь кинопроцесс. И это такой бизнес, который, скажем, тебе постоянно нужно контролировать, постоянно нужно быть в этой всей операционке, все от А до Я, в общем-то, организовывать, следить за всеми процессами, за всеми денежными потоками и так далее. А нам хотелось как-то, построить какой-то бизнес, чтобы мы могли это масштабировать спокойно, чтобы мы в какой-то момент могли выйти из него. И поэтому мы решили, что мы не будем продолжать, скажем, заниматься этим бизнесом, будем смотреть больше в сторону IT. И вот поэтому, в принципе, мы и решили сменить профессию и вот так вот кардинально абсолютно менять род деятельности, да, изменить. Вот на мой взгляд, да, для того, чтобы начинать бизнес в IT-индустрии, не нужно программировать, не нужно кодить. Почему вы решили именно вот с таких, как бы, не низов, но с такой вот профессии именно перейти? На тот момент, когда мы в школу поступали, скажем так, мы думали о том, чтобы начинать, да, бизнес в этой сфере, но это было в качестве эксперимента. Мы не думали о том, что мы переедем в Штаты, потому что на тот момент мы еще не узнали о том, что мы выиграли грин-карту. Мы просто хотели проэкспериментировать, попасть в эту сферу, попробовать поучиться и вообще понять, оно наше или нет, пойдет нам или нет это дело все. Вот. Дальше мы поступили в школу и нас засосало, можно так сказать. И мы начали больше вникать во все процессы. На данный момент, когда мы переехали сюда в Штаты, мы не можем тоже вот так с нуля начать бизнес здесь. Скорее всего, возможно, есть какие-то страхи, что-то внутри, наверное, нас еще сдерживает. Мы хотим все-таки встать на ноги, немножко поработать в IT-сфере, здесь обзнакомиться, и уже потом двигаться по направлению к тому, чтобы создать какой-то свой продукт и собственный бизнес. Ты вместе с твоим мужем, вы учились в школе 42 еще в Украине. Да.
Там есть филиал или по франшизе открытая школа, правильно? Да. Расскажи вообще, как вы об этом узнали, об этой школе, и что она представляет собой? Узнал о школе изначально мой муж Денис. Он где-то случайно прочитал статью об этой школе. Он даже до сих пор, ну, он сам не помнит, как она ему попалась на глаза, но он очень сильно заинтересовался. Изначально школа 42 – это французская школа. Она была основана на деньги французского миллиардера Ксавье Ниля. Это очень богатый товарищ, который сделал бизнес в телекоме. У него очень много денег, и он решил проинвестировать собственные деньги в школу. Школа абсолютно бесплатная во Франции. Ее достаточно долго французские айтишники пилили и как бы наполнение для нее делали. В школе нет преподавателей. И в школе peer-to-peer образование, то есть студенты помогают другим студентам обучаться. Эта школа запустилась изначально в Париже. Не помню точно в каком году, ну, в общем, не так давно. И потихоньку-потихоньку она начала набирать популярность, потому что такая инновационная модель, они узнали во всех других странах мира, и многие страны заинтересовались, чтобы тоже открыть у себя эту школу. Они начали обращаться к французам и говорить: ребята, мы хотим открыть эту школу. И французы начали продавать свою франшизу. Так вот, скажем, и школа в Украине открылась по этой же модели. То есть это франшиза французской школы 42. Она называется не школа 42, это школа Unit Factory. Эта школа на данный момент есть в 15 странах мира, включая Украину, Россию. В ближайшее время, насколько я знаю, планируется в Казахстане тоже открытие этой школы. Во многих европейских странах эта школа есть. И здесь, в Штатах, соответственно. Денис узнал об этой школе из интернета, заинтересовался и решил уговорить меня поступить вместе. В 2017 году, как я уже сказала, у нас был небольшой кризис в бизнесе. Наш основной клиент, он со своим партнером разошелся, и он начал строить компанию с нуля свою. И не было от него много заказов. У нас были какие-то еще другие клиенты, но тоже не было такого большого потока заказов. И мы решили, почему бы нет, почему бы не воспользоваться этим временем и не пойти обучиться чему-то новому. Ну, то есть на тот момент это реально был для нас эксперимент, и мы не думали, что мы закоммитимся вот так вот. Сколько мы уже учимся? 1.5 года мы уже в школе учимся. Мы не думали, что мы реально закоммитимся на такой долгий срок и полностью кардинально изменим сферу деятельности. На тот момент это был эксперимент для нас. Мы думали, поступим, посмотрим, что и как, обрастем какими-то связями и, возможно, стартанем бизнес в Украине. Вот такая была у нас как бы задумка. Но пошло все немножко не так. Да. Пошло не так, потому что вы выиграли грин-карт. Да. В 2017 году, когда вот это все произошло, о чем я раньше сказала, мы узнали о том, что мы выиграли грин-карту. До этого мы с Денисом, с моим, на тот момент мы еще встречались, мы еще не были женаты, мы играли в грин-карт лотерею 3 года подряд. С момента, как мы с ним познакомились, Денис проводил такую, скажем, пропаганду. Он очень сильно хотел переехать, это было его мечтой детства. И вот он меня реально пропагандировал, что Юля, давай смотреть в сторону, там, не знаю, Канады. Он больше изначально почему-то хотел переехать в Канаду, не знаю, для меня. Но у меня душа как-то лежала больше к Штатам, и я говорю, ну, слушай, если куда-то переезжать, то давай тогда уже в Штаты. Мы начали смотреть в сторону Штата, смотреть разные блоги, как раз-таки натолкнулись на твой блог еще тогда, лайфстайл-блог, Пыжик, вот я с того времени тебя где-то и смотрю. Начали изучать информацию, узнали о лотерее Green Card, и начали подаваться. И с третьего раза выиграли. Причем выиграла моя заявка. Денис сразу не поверил. Мы когда проверяли наши заявки, он находился в другой комнате. Я сидела за компьютером, значит, проверяя свою заявку. Он мне кричит с другой комнаты: Юля, что-то я здесь, значит, не могу проверить свою заявку. Сайт не пропускает. Ну, обычно в первые дни сайт лежит. Да. Я говорю, ну, хорошо, я сейчас попробую свою заявку проверить. Захожу, проверяю, и тут мне выпадает вот эта вот выигрышная страница. Я начинаю просто орать и визжать. Кричу, не знаю, что подумали соседи, но, в общем, я была прям очень excited. При этом, при всем, Денис находился в соседней комнате, и он вообще никак не отреагировал на это, на все. Я побежала к нему в соседнюю комнату,
Говорю, Денис, мы выиграли грин-карту. Он мне смотрит и говорит, ты мне типа обманываешь, я тебе не верю. Говорю, нет, говорю, серьезно, пойдем, я тебе покажу. Угу. В общем, мы пошли, я посадила его за компьютер, показала ему заявку, и у него вот такие вот глаза. Да. Я нашла тебя вообще через Инстаграм. Сначала он меня где-то мелькал, потом я искала кого-то, кто учится в этой школе. Инстаграм у тебя очень интересный. Но вообще, что больше всего сразу бросается в глаза, это то, что ты проедаешь здесь квартиру. Да. Почему? Почему вот, я не знаю, казалось бы, устроенная жизнь в Украине. Ну, окей, там не палатки там, с каким-то бизнесом. Что за мотивация? Вот расскажи о своей главной мотивации, почему ты решила переехать, почему в школа? Ведь вы могли бы как-то найти какую-то работу и уже начать там, зарабатывать и не проедать квартиру. Дело в том, что у меня в шапке профиля Инстаграма указано, что я продала две квартиры, рванула в Штаты, учусь на программиста и проедаю деньги с квартир. Да. Дело в том, что когда мы с Денисом работали в сфере киноиндустрии, да, мы зарабатывали достаточно неплохо и заработанные деньги инвестировали в покупку двух квартир. И планировали вообще эти квартиры сдавать, чтобы обеспечить себе такой пассивный доход. Но потом, когда мы выиграли грин-карту, ну, не знаю, это такой авантюризм, мечта очень большая, переехать куда-то, начать жизнь с нуля. И вообще я как бы... Ну, я такой по натуре, наверное, неспокойный человек. Мне не нравится долгое время заниматься чем-то одним, жить на одном месте. Мне постоянно нужна какая-то движуха, смена рода деятельности. В целом хочется, не знаю, жить ярко, не жалеть об упущенных возможностях. Да, мы могли остаться в Украине, сдавать эти квартиры, не знаю, устроиться на работу в IT-сфере, спокойно курить бамбук, да, ездить, там, не знаю, зимовать в Азии, путешествовать и так далее. Но это не так интересно, как попробовать принять вот этот вот челлендж и поехать в новую страну и реально увидеть, чего ты достоин, и построить здесь вот жизнь с нуля. Да, спасибо, здорово. Мне просто было очень интересно узнать, кто эти люди, которые вот, ну и ради чего они делают такие серьезные шаги. Не уверена, что я бы, ну, как-то смогла на такой шаг решиться, но это здорово. Давай вернемся к теме обучения, mm-hmm. да? Хочется потому что узнать, как устроен процесс. Ты поучилась в украинской школе франшизе и здесь. Есть ли какие-то отличия? Да, отличия есть, но эти отличия незначительные. Скажем так, здесь школа в Кремниевой долине и школа в Париже, это школа непосредственно 42, и она не по франшизе открыта. Эта школа спонсируется вот этим миллиардером, о котором я говорила. Украинская школа, она уже открыта по франшизе. И, насколько мне известно, школа платит за доступ каждого студента к системе определенную фиксированную сумму там, в год или просто за период. Я точно не знаю этой информации, но в целом как бы, школа тратится на каждого студента, та школа, которая по франшизе работает. И, соответственно, когда ты поступаешь в школу в Украине, ты заключаешь со школой контракт, и в этом контракте у тебя прописаны определенные требования по обучению, дедлайны за год, прописано, какого уровня ты должен достичь, например, в первый год, во второй год, что ты должен пройти стажировку и так далее. То есть есть определенные как бы майлстоуны, которые ты должен пройти. Ты обязуешься, скажем, когда ты поступаешь в школу, выполнять вот эти вот требования, прописанные в контракте. Если все окей, ты учишься, ты выполняешь все требования, ты находишь там потом в итоге стажировку, стажируешься, сдаешь экзамены и так далее, то для тебя обучение в школе бесплатное. В украинском. Да. Если ты не тянешь программу, то ты платишь штраф в школе. Да. И это, я считаю, достаточно справедливо, потому что ну, школа тратится на каждого студента. Помимо того, что это плата за доступ к системе, это еще компьютеры, аймаки, за которыми работают студенты, это содержание большого помещения, это уборка, свет и так далее. Ну, то есть очень много трат на себя берет школа. И если ты не учишься, она не заинтересована в том, чтобы нести эти траты. Если ты учишься, все окей, то как бы обучение бесплатное. Здесь, в Штатах, нет никакого вот такого вот контракта, который тебя обязует именно учиться и обязует тебя достигать определенного уровня в определенные сроки. Здесь студенты приходят, они учатся, есть как бы
студенты, которые, например, достигают 7 уровня из 21, и после того, как они достигли этот уровень, они уже идут на работу и не возвращаются никогда в школу, не доучиваются. В Украине эта схема как бы не работает, потому что студент достиг какого-то уровня, даже если он вышел на работу, он должен вернуться в школу, и он должен продолжать учиться, пока он там не выпустится, не достигнет либо 16-го, либо 21-го уровня. Расскажи тогда подробнее о том, как вообще устроена учеба. Ты уже сказала о том, что нет учителей, какие-то такие вещи сказала, да. Ну, расскажи подробнее. Ну, наверное, стоит начать с того, как поступить, да, в эту школу, потому что на этом очень много завязано чего. Во-первых, чтобы поступить в школу, нужно пройти месячный испытательный срок. Он называется бассейн. Это такой месяц глубокого погружения в обучение. На протяжении этого месяца ты учишься 24/7, 7 дней в неделю. Каждый день тебе прилетают какие-то задания, ты их выполняешь. За этот месяц ты проходишь такой курс молодого бойца, и школа уже определяет, возьмет она тебя на обучение или не возьмет по результатам этого месяца. Весь этот месяц ты учишь C, язык программирования C. Ну, это как бы достаточно такой low-level язык, и после того, как ты поступаешь, ты тоже начинаешь изучение именно с языка программирования C. Сначала у всех студентов идет какой-то, скажем так, один набор проектов, которые делают все. Там несколько проектов, которые делают все студенты. Это пишут свою библиотеку на C, несколько алгоритмических проектов, после чего есть возможность выбрать направление, по которому ты будешь двигаться дальше. Это три направления. Первое направление — это Unix, алгоритмы и графика. Это три таких базовых направления, которые ты можешь выбрать по программе нашей школы. А сейчас я предлагаю нам с вами залогиниться и посмотреть, как выглядит наша система обучения изнутри. Подгружаются все мои файлы, с которыми я работаю. И давайте зайдем на сайт нашей интры. Это интра, наш портал, профиль мой на интре. Здесь вы можете увидеть мой уровень, ивенты, которые проходят у нас в школе, часы, которые я провожу в лабе. И самое интересное – это система наших проектов. Вот, это все проекты, которые есть в нашей школе. Когда студенты поступают в школу, они все начинают с вот этого вот проекта, пилят свою библиотеку на языке C, после чего делают еще несколько общих проектов для всех, а потом выбирают одну из трех веток – либо Unix, либо алгоритмы, либо графика. Также у нас в системе есть отдельные бассейны по технологиям. Они вот обозначены кирпичиком. Это бассейн по вебу. Вот внизу у нас есть бассейн по C++, я его проходила, бассейн по Unity, бассейн по Swift. Также есть проект, посвященный стажировке. Первая стажировка. Можно после первой стажировки оформить part-time. И финальная стажировка, которая является окончанием твоего обучения. Вот такая у нас система, ребята. Трудимся каждый день, не покладая рук. Дальше, в течение года, также у нас в школе проводятся бассейны, но уже по другим технологиям. Раз в 4 месяца проводится бассейн по вебу, бассейн по C++, есть еще бассейны по Unity. В общем, бассейны по разным технологиям. После этих бассейнов можно идти и делать проекты по тем технологиям, по которым был бассейн. Например, после бассейна по вебу там открывается ряд проектов, и ты можешь сделать себе очень классное портфолио и стать классным реально веб-разработчиком. Там проекты у нас — это сделать свой Инстаграм, Тиндер, свой Ютуб. То есть достаточно такие серьезные проекты. После бассейна по C++ открывается несколько технологий. Помимо C++, это еще Java, это Android-разработка, это iOS-разработка. Ну, то есть достаточно такая гибкая система, я бы сказала, но в то же самое время все студенты проходят вот этот вот курс молодого бойца и достаточно неплохо чувствуют себя вот для того, чтобы дальше уже наслаивать новые технологии. Ты сказала, что нет преподавателей. А есть какое-то вот, не знаю, менторство,
курирование. Ведь очень сложно не потеряться в этой информации или как-то вот, не знаю, если есть какой-то, условно говоря, затык где-то, да, а как вот из него выйти самостоятельно? Ну, начнем с того, что здесь вместе с тобой учатся еще больше, не знаю, 300-400 других студентов разных уровней. Когда ты начинаешь обучение, и у тебя что-то не получается, происходит какой-то затык, ты всегда можешь найти кого-то, кто уже закончил этот проект или кто продвинулся дальше с этим проектом, кто может тебе объяснить, что у тебя там не получается, вот как бы разъяснить тебе что-то. То есть, в принципе, как такового менторства у нас здесь нет. Но вот есть студенты, к которым всегда можно обратиться. И, по сути, это поэтому это и peer-to-peer образование. Потому что студент, который немножко больше знает, он может объяснить тебе. Ты можешь всегда найти кого-то, кто шарит лучше. Как раз-таки в своем инстаграме ты сейчас... Ну, вообще, мне нравится, хочу сказать тебе спасибо, потому что ты там держишь в курсе людей, да, как-то их мотивируешь на изучение программирования, плюс ты рассказываешь про эту школу, рассказываешь какие-то этапы, почти каждый день делишься своей информацией. И вот, ну, собственно, сейчас я знаю, что ты только-только получила стажировку. Да. Да, расскажи об этом, как проходит поиск стажировки здесь. Ой, это был такой достаточно долгий процесс у меня, хотя я не подавалась во много компаний. Я с начала вот этого года, 2019-го, начала уже смотреть в сторону того, чтобы выйти на какую-то стажировку и начать уже применять свои знания, потому что в школе я больше года, и вот как раз сейчас по программе украинской школы как раз время выйти на стажировку по контракту. Я проходила 2 собеседования. Одно собеседование я проходила, точнее, это даже не собеседование, это целый такой большой отбор, двухмесячный. Я проходила в компанию Pandora, это конкурент главный Spotify. Здесь очень популярное приложение в Америке, музыкальная стриминговая платформа. 2 месяца я проходила туда отбор. Сначала, значит, это было 2 теста онлайн, 2 теста на Хакеранке по Java и по Android разработке. Потом интервью с HR-ом, более такие поведенческие вопросы, и интервью техническое по Android-разработке. У меня не было именно вайтбординга и алгоритмов, но меня очень классно так потаскали по Android-разработке. Причем хочу сказать, что ни Android-разработку, ни Java до того, как я подавалась в эту компанию, я не знала. В итоге я вышла уже в финальный этап отбора, мне дали техническое задание. Нужно было разработать свое приложение по определенной архитектуре. И у меня было последнее интервью уже онсайт с Пандорой. 4 или 5 интервью у меня было у них в офисе с сотрудниками, с куратором этой стажировки. В общем, это такой был достаточно стрессовый день. И в итоге после вот этих всех 2 месяцев отбора меня не взяли. Я это все время вещала в Инстаграме, рассказывала обо всем, что происходило. И просто в Инстаграме у меня произошел взрыв, мне директ весь был завален, все ребята мне писали, что Юля, они еще пожалеют, ты классный там разработчик, в общем, не расстраивайся. В принципе, ну, я не могу сказать, что я так вот сильно прям расстроилась, но было, конечно, неприятно. Очень хотелось попасть. Зато ты много узнала, благодаря. Но я очень круто прокачалась. После того, как меня не взяли туда в Пандору, я как бы планировала, что я сейчас немножко еще подучу алгоритмы и буду дальше подаваться. Но в этот момент у нас в школе проводился хакатон от компании Samsung. И нам, так скажем, очень тонко намекнула администрация, что Samsung после этого хакатона хочет взять нескольких студентов к себе на стажировку. Я была очень сильно уставшая после вот этих 2 месяцев вообще подачи на стажировку. Я реально была трупом. Но вот этот вот трупик пошел на хакатон. Мы собрали команду. Хакатон проводился для голосового ассистента. Нужно было разработать свое приложение. Мы разработали свое приложение, заняли 2 место. И после этого нас пригласили всю команду на интервью. И вот было после этого у нас сколько? 2 этапа, по-моему, интервью с Samsung. Первый этап проводился у нас в школе. Было техническое интервью по алгоритмам и плюс математическая задачка на техническом интервью была. Плюс, опять же, поведенческие вопросы с командой. По-моему, 3 или 4 человека нас собеседовали. И после этого я прошла во второй тур. Второй тур уже был более такой, скажем, поведенческий, на личностные качества. Я общалась с начальницей отдела, в который я подаюсь. И в итоге вот на прошлой неделе, или на позапрошлой, я уже потерялась дата, я узнала о том, что я прошла на стажировку. И
уже вскоре вот начинается моя стажировка в Samsung. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Это, да, твоя заслуга. Расскажи, а известно ли, над каким проектом ты уже будешь работать? Да, я буду работать, опять же, над голосовым ассистентом Bixby. Стажировка будет в отделе... Это так, чтобы я не запуталась. Значит, отдел, который занимается сторонними разработчиками. То есть Bixby и Samsung в скором времени запускают marketplace, где будут продаваться приложения, грубо говоря, для голосового ассистента. Эти приложения называются капсулы, поэтому я так заговорилась. В общем, вот этот marketplace должен стартовать где-то этим летом. И мы, как интерны, будем помогать сторонним разработчикам делать их как бы приложение для голосового ассистента. Эта стажировка оплачивается? Да, стажировка оплачивается 20 часов в неделю. То есть это полставки, это не 40 часов. 3 дня в неделю я где-то буду я там поняла. С ними работать онсайт. Про деньги. Я не буду тебя спрашивать про твою зарплату обещанную, потому что я уверена, что она под индей. Но есть еще очень интересный вопрос. Приблизительно, наверное, же вы подбивали, сколько вы тратите. Можешь поделиться этими цифрами? Подбивали. В целом у нас получается, так как мы здесь живем в общежитии бесплатно. Об этом мы, да. надо обязательно сказать. Вот. Ну что, ребята, мы пришли к нашему общежитию. И я хочу показать вам, и Вике в том числе, как живут американские студенты. Отлично, давайте посмотрим, пойдем. Другая дверь. Welcome. Добро пожаловать, это наше общежитие. Вот здесь у нас находится donation table, и ребята оставляют свои вещи, которые можно взять, порыться там, иногда можно найти какие-то прикольные книжки или просто какие-то домашние вещи. Идем ко мне в комнату. Два крыла больших. Я вчера Вика специально даже убралась. О. Сюда, да? Да. Прошу. Так, о, это мотивационный, этот Google. У нас, да, у нас здесь наклеечки. Born to code – это девиз нашей школы. Рожден ли ты кодить? Несколько наклеечек из Google. Так, подожди. Я открывала. Нет, это моя. Просто иногда замок заедает. И так. Прошу. Так, ну, как бы... Вот оно. Скажем так, я готовилась к съемке, ну не очень. Мы живем здесь вчетвером в комнате. Я и мой муж спим здесь, а здесь, с этой стороны, наши два соседа. Комната, в принципе, небольшая. Боится свалиться? Ну, видишь, да. Комната небольшая, но нам достаточно. Тем более она бесплатная абсолютно, да. Что для долины это очень сильно большой плюс. Да, однозначно. Полностью мебель. Кровать, стулья, стол, комод, это все предоставляется. То есть не нужно ничего покупать. Вот. Холодильничек мы себе купили. Немножко тут сторим еду. В принципе, все. Здорово. Нам очень сильно повезло. У нас школа здесь предоставляет бесплатное общежитие. Соответственно, мы не тратимся на жилье. Жилье в долине здесь стоит... Если комнату снимать, то это где-то $1000. Если квартиру снимать, это минимум 2, да, $1000. Соответственно, мы не тратимся на жилье, и мы тратим исключительно там на какие-то продукты питания, одеться и машина. Вот это все наши расходы. И вдвоем с мужем где-то в среднем у нас в месяц выходит $1300-$1500 на двоих, вот, на вот эти вот все расходы. Ты сказала питание, вы где-то едите или... У нас здесь есть столовая, там достаточно демократичные цены, $5-6 обед-ужин стоит. Мы, скажем так, сильно себя не ограничиваем. То есть мы можем поехать куда-то аут покушать часто, в ресторанчик. Какие-то, может быть, небольшие путешествия даже сюда входят. То есть поехать куда-то, там, не знаю, в Сан-Фран или куда-то еще в другой город. Питание, соответственно, мобильная связь. Мобильная связь достаточно дорогая. Машина, страховка машины, там $100. Плюс бензин. У нас машина много кушает, там тоже
порядка 100-150 у нас выходит в месяц. Ты сказала, что вы живете в общежитии. А каждый ли студент может получить это общежитие? Есть ли какие-то требования для того, чтобы вот вселиться в общежитие и жить здесь? Да, есть требования. Самое главное требование, чтобы получить общежитие, ты должен находиться здесь, в Штатах, в легальном статусе. Если ты в легальном статусе, то ты получаешь общежитие. Сначала, когда студенты приезжают сюда поступать, их тоже селят на общежитие, на вот этот вот испытательный срок. Поэтому если вы думаете как бы о том, что вы поступаете, вам негде жить, то не беспокойтесь, вам дадут общежитие на этот период вступительный. Если ты поступаешь в школу, то тебе тоже предоставляется общежитие. Единственное, что здесь уже ты должен выполнять определенные требования, чтобы общежитие это не потерять. Требований всего три. Первое требование – это то, что ты должен находиться за компьютером в лабе 35 часов в неделю. У нас тречится время, проведенное за компьютерами. И вот всего 35 часов в неделю ты должен проводить за компьютером. Соответственно, ну, это плюс-минус полный рабочий день, ежедневно по 7-8 часов. А дальше второе требование – это то, что ты должен дважды в месяц посещать экзамены. Есть два экзамена – intermediate и beginner. Сначала ты сдаешь beginner, потом intermediate. Не обязательно каждый раз сдавать этот экзамен, но необходимо делать попытки. Соответственно, два раза в месяц ты должен ходить на экзамен и пробовать его сдать. Экзамен длится 4 часа, ну вот ты ходишь каждый вторник и пытаешься сдать этот экзамен. И третье требование – это то, что ты должен делать прогресс по учебе. Вначале, когда ребята поступают, требуется, чтобы они каждый месяц достигали одного уровня. То есть плюс один уровень делали. Когда ты сдаешь проекты, ты прокачиваешь свой уровень в системе. Но со временем как бы все сложнее и сложнее прокачать вот этот вот уровень, и требования по уровню снижаются. Но просто ты должен как бы каждый месяц сдавать один проект. Какие у тебя вообще планы, ну вот ты сказала, на карьеру, ну вот на ближайшую карьеру? Ближайшая карьера – это 3 месяца стажировки в Самсунге. Пока я буду стажироваться я буду по 20 часов в неделю, как я сказала, я буду продолжать учиться, буду продолжать учить алгоритмы и хочу начать изучать более так, детально веб-технологии, React и Node.js. И дальше уже буду искать какую-то full-time работу после стажировки в Samsung, если я там не останусь работать на full-time. Назови 3 компании мечты для тебя в данный момент. Мне очень сильно нравится Airbnb. Компании. Я смотрела разные отзывы ребят, которые там работают. У них очень классная культура, как мне известно. Ну и, соответственно, Google, Facebook тоже достаточно интересно мне было бы поработать с ними. В принципе, я не могу сказать, что я вот как-то прям мечтаю в какой-то прям конкретной компании поработать. Ну, есть вот такие вот как бы гиганты, которые мне интересны с точки зрения даже предпринимателя, вот как там все устроено, почему вот сотрудники эффективны в таких условиях, в которых они там работают. Я знаю, что там все не из-под палки делается, а наоборот, очень такая открытая культура свободы. И, конечно, возможно, даже мне было бы интересно поработать в каком-то небольшом стартапе. Возможно, даже было бы более интересно поработать на небольшой стартап, нежели на какую-то вот такую большую компанию. Но пока я как-то не совсем тут знаю вот эту всю стартап-тусовку, и в планах у меня больше посещать разных мероприятий, знакомиться с ребятами и, возможно, присоединиться к какому-то стартапу. В любом случае, мой такой заключающий вопрос будет о success story, который ты знаешь, вот кто начал учиться в школе 42 и где они сейчас работают. Но своим подписчикам я хочу порекомендовать еще раз твой Инстаграм, потому что это, конечно, все хорошо, что мы сейчас с тобой даем какую-то большую картину, но намного интереснее и намного полезнее наблюдать, ну, как бы, степ-бай-степ, да, за твоими шагами, как это все развивается, и какие у тебя появляются мысли, ну, и, собственно, немножко проникать в твою жизнь, поскольку ты это позволяешь делать. Ссылочку вы найдете в описании к этому видео. Ну, и, собственно, я думаю, что увидите где-то здесь в плашках название твоего канала, твоего Инстаграм. Ну и, собственно, success story, который ты знаешь, что вот люди учились, начинали в этой школе, и где они сейчас работают? Таких success story немало, на самом деле. Буквально недавно моя хорошая знакомая здесь по школе устроилась full-time в Google.
работать, при том, что до этого она нигде не стажировалась, она только училась у нас в школе. Ну, девчонка была такая очень сильно заинтересованная, скажем, в программировании, ей безумно это все нравилось, и она очень много всего сделала здесь по программе. И вот попала в Google. Плюс недавно у нас здесь была встреча выпускников, и были ребята из разных компаний, включая Facebook, приходили, делились своим опытом, говорили очень большое спасибо этой школе. Вообще, в целом, очень классное такое было мероприятие, душевное. Вдохновили нас, новых студентов, дерзать и достигать да. нашей мечты. Да. Я тоже желаю тебе, чтобы все твои планы на карьеру исполнились. Спасибо тебе, что ты поделилась своей историей. Я уверена, что это будет очень полезно для моих зрителей, потому что кто ищет, тот всегда найдет. И вот твой пример доказывает, что когда ты очень чего-то хочешь, да. можно и квартиру это продать. Правда. И квартиру продать, да, да, и переехать. Ничего не нужно бояться. Дерзайте, в общем, ребята. Да, сложно, но можно, правда? Да. Спасибо. Спасибо. На этом все. Всем пока. Не забывайте подписаться на мой канал и на Инстаграм Юля. Всем пока. Все. Пока-пока. Мы сейчас проведем вам экскурсию по этой школе. Проведет ее Юля, потому что я там ничего не знаю. Вот, табличка 42, и я так понимаю, что это главный вход, да? Да. Вот наше здание. Находится оно недалеко от компании Tesla. А Tesla вообще как-то взаимодействует с вами? То есть, ну там, не знаю, проводит хакатон или нет? Ну, я знаю, что несколько студентов у нас в Tesla работают. А то так близко, кажется, да? Да, и... да. Ну да, Фримонт. Находится, кстати, школа в городе Фримонт. Да, идем. Кстати, у нас еще здесь в школе есть эта школа программирования для детей, код Фуфан. И многие студенты работают там инструкторами. На подработку. А здесь у нас chicken room. В этой комнате у нас проводится регистрация студентов, когда они приезжают на поступление на бассейн. И также здесь проводятся разные мероприятия, воркшопы, компании приходят сюда со своими презентациями. Вот такое место. И мне нравится вот этот как девиз Zero teachers, zero classes, zero tuition and 100% coding, right? Да. Да, это девиз нашей школы. Только кодинг и ничего лишнего. Да. Ну что, поднимаемся наверх, да, где находится у вас компьютерный зал? Да. Это наша лаба. Вы сейчас ее увидите. И мы попадаем в лабу. Ничего себе, везде маки. Да. У нас здесь наша зона, где мы работаем все. И в самой школе больше 1000 компьютеров. А точнее 1024 iMac'а. Можно садиться и работать за любым из них. Да, интересно. О, и я смотрю, флаги везде висят. Да, большинство студентов у нас здесь интернациональные, многие привозят свои флаги. Мы, когда приехали в школу, мы тоже привезли флаг Украины. Ну, по-моему, где-то с той стороны. Да, по-моему, там. Но я видела. Здесь Россию. Белорусов, я так понимаю, у вас здесь нет? Есть, есть. Но, возможно, они просто без флага приехали. А, вот он, флаг России, кстати. Я вижу. Вот. Всего у нас лаба разделена на 4 зоны. Это зона 1, и она пустует, потому что сейчас не происходит никакого набора в школу. Здесь занимаются ребята, которые поступают в школу. Набор где-то у нас раз, 2-3 месяца проходит. И когда проходит набор, вот эта зона прям кишит студентами. А дальше у нас здесь вторая зона. Она достаточно большая, и здесь у нас как раз таки занимаются студенты. Ты можешь прийти, сесть за любой компьютер, за любой свободный компьютер и начать кодить. Пройдем дальше. Вот прямо по курсу у нас четвертая зона. Здесь сейчас вот за компьютерами работают ребята, которые проходят программу от компании FileMaker. FileMaker — это дочерняя компания Apple. И они сотрудничают с нашей школой, и раз, там, наверное, в полгода, это, кстати, мой муж,
Привет. Раз в полгода они проводят тренинг месячный, оплачиваемый среди студентов, а потом набирают наших студентов к себе на стажировку. И вот сейчас ребята здесь делают свой финальный проект для файлмейкера, после чего они будут подаваться на стажировку. Пожелаем им удачи. Да. Вот эта вот зона, это продолжение четвертой зоны. Здесь у нас занимаются ребята, которые делают свои стартапы. У нас в школе есть программа, такого, скажем, акселератора. Можно податься вместе со своим стартапом, сидеть со своего стартапа и заниматься здесь, получать поддержку от школы. И зона номер три. Здесь тоже у нас занимаются студенты. По сути, из четырех зон студенты занимаются только в двух зонах. Две остальные зоны отведены под другие цели. Одна для приема новых студентов, одна под разные программы в сотрудничестве с другими компаниями и под акселератор. А там, я вижу, у вас есть что-то еще интересное. Да. Ну, у нас, скажем так, целый день кодить достаточно сложно. Поэтому у нас студенты развлекаются разными настольными играми, включая вот шахматы, складывают разные пазлы. И еще вот куча других настолов у нас. Также можно приготовить себе кофе, чай. И просто тоже почилить, если ты уже, скажем так, задолбался работать. Да, интересно, что такое. Я, кстати, не особо играю, скажу вам правду, потому что большинство своего времени я провожу за компьютером. Сколько часов в неделю ты работаешь? Ну, часов 40 работаю в среднем. Учишься работать? Да. Ну, да. И я устаю настолько, что мне вот не до этого всего. Да, конечно. Монополия есть. Монополия, разные игрушки, картишки. Я на самом деле играла только в одну здесь игру. Я даже не вижу его сейчас. Но, тем не менее, прикольное место. Кстати, можем еще пройти дальше. У нас здесь есть небольшой логарум. О! Я забыла. Мы вам вначале его показать. А, туда можно пройти и уединиться. Проходите. Здесь, наверное, темно, но можно включить свет, не знаю как. Так. Вы побеспокоили человека. В общем, как вы видели, у нас там в йога-руме можно уединиться, помедитировать, если кто-то не придет с камерой и не нарушит твой покой. И еще есть небольшая библиотека, можно взять, почитать книжку. Там же. Так. Да. Ну или просто взять, прочитать, потом вернуть. Да, круто.